Россия. Отличный турнир, хорошие команды, хороший уровень, уровень соперников, организация на уровне. На самом деле очень много ребят рекомендовало, очень много ребят говорило об этом турнире. Ну, захотели попробовать, почувствовать свой уровень в игре с другими ребятами. На самом деле сыграли первую игру, выиграли, все, слава богу. По 3 очка есть. С почином, да. Все. Пару слов об игре с командой. Первая игра на самом деле самая тяжелая игра. Как говорил, надо начать с победы. Играли в час дня на Санцефлоке. Еще чувствуется, что ребята притираются друг к другу. Вот. Были моменты, хромала реализация, но мы будем работать на тренировках, отрабатывать. Дальше будет полегче. Понял. Удачи. Спасибо. Меня просто. Зовут Роман Шевцев. Привел сюда команду «Рваный кед». Пришел потому, что все мы любим мини-футбол. На таком любительском азартном уровне, где можно побегать, проявить себя, скинуть какие-то килокалории, побороться. Такой настоящий мужской спорт. Первая игра очень тяжелая. Соперник был откровенно сильнее, индивидуально. Все провалы в защите из-за того, что игроки Донбасса обыгрывали один в один просто одного, двух, троих. В атаке не хватало скорости принятия решения, так что по ходу турнира будем добавлять. Наверное, сделали максимум в этой игре. Спасибо, Ром. Красавчик.